Девочки, пошли мы к Алексею, к внуку. С Константином поздравить его с 1 сентября. 1 сентября некогда было, не получилось, сейчас пошли. В общем, как-то так. Так, что мы сейчас, Константин, сколько купим торт? Ну? И что, Елисей нас ждет? Как, девочки, вам мой новый торт? Ну все, пойдем. Мне плохо. Тебе плохо. Ну, красиво. Мне очень нравится. И мне нравится вот это вот прям вот обои. Мешковины как будто. Надо вот сюда это. Ты только меня не вставляй там никуда. Ладно? Хорошо? Окей. И вот этот красивый плинтус. Потолочный. Ну-ка, включи свет, посмотреть. Я же вас не видела, как он смотрится. О! Эпическая сила. Ты просто. Костян такой прикольный получился. Смотри, его папа как. Папа как чеченец. Видишь, да? Нет, ну просто обои шикардосные какие. Чаепитие, не говори. Котлетки, да, Елисей? И тортик. Все, посмотрела. Я хочу посмотреть, как я выгляжу. Сейчас, как мы выглядим. Посмотрите, каким свинарником завершается трапеза в 11 вечера. Вот пол арбуза. Арбуз просто огонь. Просто вкуснятина. Но уже не лезет, уже нет сил. В 11 вечера. Прям кровавый. Сладкий-сладкий. Ой, всю ночь будем ходить в туалет. Ну, это полезно. Будем прочищать почки. Ой, посмотрите. Между прочим, это будущая мать. Она же у нас была на вязке. Будем надеяться, что... Анфисочка, Анфисочка, будем надеяться, что у нас будут котяточки. В общем, решила приготовить к завтрашнему я свинину. Сейчас я ее нарезаю кусками и мариную. Чтобы завтра встать, мясо уже промариновалось, и готовить тушеную картошку со свининой. Буду готовить ее с перцами, с помидорами, с картошкой, с морковкой, с луком, с зеленью. Будет очень вкусно. Правда, у меня полный холодильник. Я сварила сегодня легкий куриный супчик. Очень вкусный. Я сварила сегодня гречку с тушенкой. Я сварила просто рис, потому что пожарила по котлеточке и сделала... большую бадью салата, очень вкусного, с медом и с красным перцем. И все равно не имется. Нажралась арбуза так, что сейчас лопну. Но нет, я буду к завтрашнему готовить мясо, чтобы завтра встать и сразу же в большом казане забубенить картофан со свининкой и со всеми овощами. В общем, начинаем обрабатывать мясо. Так, здесь у меня килограмм свинины. Большой, видите, салатник. Килограмм свининки. Я ее порезала довольно-таки крупными кусочками. Сейчас я буду добавлять обязательно смесь чили. Заканчивается уже стейк, гриль и шашлык. Очень мне нравится вот это вот. Ну, немножко посолю, потому что в любой приправе есть соль.
И добавлю очень вкусный маринад, вот этот вот. Замариную на ночь, и все, завтра будем готовить. Завтра будем кушать вкуснятину. Вот посмотрите, я так обильно поперчила смесь чили и смесь для стейка и гриля. Все, сейчас добавляю маринад. Ребята, вот этот маринад для курицы, для гриля на огне барбекю, в духовке, без разницы. Он с дижонской горчицей, ну до того вкусный, что курица, что говядина, да, в стейке замариновать, а потом на гриле, это прям вкуснотища, не оттянешь за уши. Так что вот, всем советую, Махеев, маринад для курицы, вот именно с дижонской горчицей, просто лепота, лепота, красота, ой, аж слюни потекли. Аж за ушами защекотала. Какая вкуснятина. Ой, какой запах. Ебическая сила. Вы не представляете, какой запах вот этой горчицы. Бля, хомуха. Все, сейчас я вот это на ночь оставляю. У меня холодильник такой серьезный, товарищ. У меня на верхней полке программа такая, что мама не горюй. Так что у меня завтра все это промаринуется. И будем мы завтра кушать вкуснотищу. Вот такой результат. Сей результат моего маринования. Видите, мне кажется, даже сейчас добавлю маринада. Все как бы получается, все как будто бы в горчичке. Я бы сожрала в сыром виде. Вы не представляете, какой запах. Это капец. Все, убираю в холодильник. Пока не сожрала. Все, ребята. Осень настала. Холодно стало. У нас осень. С Эдиком гуляем, тут дурачок есть. У него гон бешеный, круглосуточный. Круглосуточно хочет бабу. Это с ума сойти. Время 9 часов. Пошла в парк. Ну, точнее сказать, уже пришла в парк. Должна пройти 3 километра, 3 круга. Вот как-то так. Нарядилась сегодня. Пестренько так это. Пестренькая бабушка.